Каждое утро, едва просыпаясь, касаюсь сразу своего смартфона. Я не считаю это заразой, просто новая форма. Уже лет 15 не смотрю телевизор, так и не начал читать газеты. Зачем ковыряться в бумажных релизах, когда все давно на полях интернета? На полдневе моих книг библиотека, на каждую есть электронный аналог. Просто памятник ушедшего века, памятник, который пока выкинуть жалко. Ни о чем из ушедшего я не жалею, ему на смену пришло лучшее. Digital Bomb, говорят, все затеял, значит, я стану его послушником. Родителей он беспокоит, а я им завидую в разных цветах. Помню противный VHS кассеты, качество стрём, объём смехотворен. Сейчас у меня полная онлайн-библиотека, доступ к которой в одном телефоне. Всегда не любил бумажные письма, презираю марки, конверты, коробки. Мне нравится, что мама меня услышит, едва я коснусь виртуальной кнопки. Если всё это дары кибербога, значит, мне стоит ему помолиться. Креститься онлайн и забыть про иного.